Девчонки, я пришла. Сейчас заберу своих красоток. Ребята, притащила я свою посылочку. На улице прохладно. Ну, плюсовая температура, ничего страшного. Так, здесь у меня, друзья мои, три орхидеи из Азии. Такие, знаете, неплохие сорта. Одна, по-моему, бабочка даже. Ой, люблю я получать такие посылочки козявочек маленьких. Ну, конечно. Ой, в этот раз вот эти ставочки, но без оформления. Но есть пожелание. Давайте мы его прочитаем. Хочешь быть на коне, будь готов пахать как лошадь. Это действительно так, девчонки. Если мы хотим, чтобы у нас орхидеи цвели, радовали нас, были здоровы, приходится пахать. Это тут я не могу не согласиться. Так, смотрим. Смотрим, смотрим. Упаковочка. Ну, уже, в принципе, погода теплая, но все равно... Они упакованы. Упакованы, упакованы. Тепленькая. Так, девочки, убираю. Я. Ой, это мои стаканы тут тарахтят. Убираю. Ой, там какая-то, знаете, прям праздничная упаковка. В горошек. Красота! Так, в прошлый раз я там чикала. В этот раз я буду, девочки, аккуратнее. Я вот так разорву скотч. Отсоединю от пакета. Девочки, я опять не помню, какой размер. По-моему, 2,5 должно быть. А может, 1,7. Не, все-таки, наверное, 1,7. Ёлки-палки, детский сад. Ну, детский сад. Так. Ой, без стаканчика вытянула. Детский сад. Ой, детский сад. Девочки, сколько мы будем с вами растить это? Кто это? А что написано, девочки? Я не пойму, что написано, но они такие, знаете, подсохшие. Надо их... В общем, я в прошлый раз, девчонки, хорошо их восстановила. Там одна была, помните, такая высохшая. Но я хорошо восстановила, пролила, и все нормально. Так, что-то не хочет моя камера. Девочки, я вот вспоминаю, кто же это у меня. У меня там был Лаврентий. Чего не пойму. Это вообще мой заказ. PF6233. Девочки, может, какая-то путаница произошла? Все может быть. А вот это Анна. Вот, девчонки, вот эта бабочка. Вот это Анна. Как же она называется? Видите, мох и корни прям, ну так сохли, что ужас. Листики, в общем, они сильно хотят пить. Прям вообще. Ну, для транспортировки в таком состоянии это идеальный вариант. Ну, вообще видно, что. Я предыдущую партию потихонечку отпоила, все нормально. Так, девчонки, я что-то не помню. Кто-то из них Лаврентий должен быть. А кто ж там был третий? Все, капец. Девочки, сейчас я посмотрю и я вам скажу. Так, девчонки, я начала разбираться. Вот это Лаврентий. Сога Лоуренс. Это вот это он. Ну, такой вот интересненький лаврушка с корешками. Сога Лаврентий. Маленькие, девочки, но это 1,7. Что-то у него здесь приклеено. Что, он под таким номером, девчонки, идет? 6233. Я просто не знаю. Либо это чей-то стаканчик. Ай, не знаю, что тут наклеено.
В общем, смотрите, вот он в таком состоянии. Я его отпою. Это Сога Лаврентия. Это Тайсука Анна. Тайсука, короче. Тайсука Анна, вот это она. Девочки, вот это я не знаю. У меня опять, я заказывала, знаете кого? Я заказывала змеиную кожу. Вот смотрите, что тут написано. Попугай? Или кто? Я не могу понять. Она же там Снейк звучит как-то. В общем, я не знаю, кто это. Я сегодня сфотографирую и Оле спрошу, кто это. Потому что у меня в заказе была змеиная кожа. Ну, явно здесь попугай или что это? Попугай. Мне как бы попугай не нужен. Девочки, я уже который раз не могу получить эту змеиную кожу. Первый раз, когда я заказала змеиную кожу, мне приехал фламинго. Сейчас я вам покажу. Какая-то дежавю. Сейчас, девчонки. Вот мне приехала вместо змеиной кожи вот эта вот красота 1,5 года назад. Вот смотрите. Эта красота уже выросла из размера 2,5. И когда открыла свои бутоны, у меня был культурный шок. Девочки, вы там мне писали другой сорт, но это действительно все-таки... Все-таки это фламинго. В общем, вот это фламинго приехал мне вместо змеиной кожи. Ну, я не стала ничего требовать, но это не от Оли, это какая-то другая группа. Я ничего не стала требовать, в общем-то, удовлетворилась и этим. Хотя мне, конечно, по сравнению со змеиной кожей, это показалось не слишком празднично, но мило. Мило. Вот так вот выглядит это все. Она каждый год цветет там на пару, на 4, на 5, вот сейчас вот на 5 бутончиков. Вот он, только открылся. Вот он. Ну, такая милая, миленькая. В общем, и в этот раз я опять заказываю змеиную кожу. Мне тут написано, что это какой-то попугай. Я не понимаю, почему змеиная кожа. Нет, может, я просто что-то неправильно, может, какая-то аббревиатура, может, действительно это змеиная кожа, либо что-то перепутали. Либо у меня дежавю такое, понимаете, что мне надо присылать вместо этих, как они называются, гадюк, присылать птичек. Девочки, мне уже не смешно. Но я спрошу, я сегодня сделаю фотографию и Оле в Facebook напишу, скажу, Оля, а что это? Кто это? Який це попуг? Що за попуга? Може, я щось не розберу? Дівчинки. Ні, ну і сміх, і сльози. Какой-то азіатський попугай. Ну, у мене попугай є, європейський. Він, звісно, у мене приболів. Ну, не знаю. В общем, дівчиночки і мальчишечки. Ребята, короче, вот такие дела. Такое трио у меня сегодня. Прибыло. Прибыло трио. В заказе у меня на май месяц. Еще пока что две орхидейки, но там, по-моему, 2,5. Посмотрите на эту козявку, на этот ясельный детский, на этот ясельная группа. Ну, тут, конечно же, никаких цветоносов, вы сами понимаете, нам еще до цветоносов расти и расти. В общем, я там еще заказала два биглипа. Один биглип медуза. Девочки, у вас есть у вас медузы? Обалденный белый биглип, называется медуза, но он там повзрослее, по-моему, 2,5. И еще там один такой со сплэшем, классный. Девчонки, вот такой вот мой детский сад. Сейчас буду им давать немножко водички, мне их жалко. И буду писать сейчас Оле. Оля, в любом случае, спасибо. В принципе, состояние не критичное у орхидей. Ой, да, пока сейчас сама не вывалю. Состояние неплохое, как для таких малявок. Посмотрим, как дальше, как они пойдут в рост. Девочки, повторяюсь, я им протираю листики, вы видели в предыдущем видео. Я жидким мылом, калийным, зеленым, во, вот так. И потом я их немножечко пою кипяченой водичкой, даю им попить водички. И где-то через месяцок, может, недели через две, я распушиваю, достаю с этих стаканчиков, распушиваю мох этот, распушиваю вот так, беру, отщипываю, делаю его как бы пушистым и высаживаю в чуть большие стаканчики, чем эти.
И они тогда охотнее начинают растить корешки, потому что немножко распушив вот этот уже сбившийся в кучу мох, они, ну, как-то им веселее. Да, я заметила это. У меня их немного, малышей, но есть. Детский сад прибыл. Детская ясельная группа пополняется. Ну, листики чистенькие, нормально. Вот. Такие они. На 4 листика. Вот здесь нет. Тут даже 2 фласочных. 1, 2, 3, 4, 5. Тут даже 6 листиков. Вот, тут 6. А тут 5. Там с серединки ничего не растет. Нет. А вот это, конечно, Анна бабочка. На 4. Но она красивая. Та и сука Анна. Я что же Анна? Мне захотелось Анну. Думаю, ну куплю себе Анну. Должна быть у Анны Анна. В общем, и листик у нее такой побольше. Но я не думаю, что это 2,5. Мне кажется, нет. Она, конечно, по сравнению... А может, это 2,5? Она по сравнению с этими козявками как-то побольше. Девочки не хочет, не хотят они стоять. Они неустойчивые, падают. Ну вот смотрите, это, скорее всего, 1,7. Да, та сука, наверное, 2,5. Видите, она побольше. В общем, девчонки, кто любит возиться с ясельной группой, пишите в комментариях, как у вас продвигаются дела. Вот это у меня, видите, с 2,5-1,5 года, вот она уже до такого размера выросла. Девочки, это я обрызгивала от клеща. У меня паранойя сейчас в последнее время, мне кажется. Мне везде мерещатся клещи. И вот она второй год цветет. Второй раз, вернее. Ну да, вот я ее купила, когда она вообще такая махонькая была, но она листики все сохранила. Но была 2,5. Вот эта верхушка у меня уже выросла. Надеюсь, что эти тоже поведут себя хорошо. Все, девчонки, я не прощаюсь. До встречи на нашем канале. Надеюсь, что вам со мной не скучно. И, девочки, пишите в комментариях, как вы поступаете с этими новыми красавицами. Какой ваш алгоритм действия в таком случае? Может, что-то посоветуете, что для них? Но они под подсветку пойдут. То есть они покупаются немножко, помою их листики, помою и попою чуть-чуть и отправлю подсветку, конечно же. У меня там целая полочка, там стоят они все дружненько. Да, насчет карантина вы скажете, девочки. Я не знаю. Я, в принципе, понимаю, что можно на них принести. Мне так хочется их поставить на полочку ко всем остальным. Уже если что-то случится, то всех буду травить. Не, ну, наверное, надо все-таки их куда-то в отдельное место, хотя бы на пару неделек. Вообще, надо 21 день карантина. Я это все знаю. Слушайте, ну это уже я пересадила, я вам показывала. Я так переживала. Ну, смотрите, как она приняла посадку. У нее корни вовсю растут. Так что вот азиатская орхидея посажена уже по нашему европейскому принципу. Вот так вот она. Ей нравится. Она красотка. Так, девчонки, ставлю ее на место. И вот рядом с ней стоит еще одна. Тоже азиатка. Моя Shiny Girl. Она цветет. Вот они вдвоем. Не, они втроем. Еще Биг Бэнг с ними пришел. Не, даже четверо. Четыре одновременно пришло. Пришел. Азиатский у меня. Да, азиатский у меня пришел. Вот этот красавец. Я все время забываю, что он же с Азии мне пришел. Это Сезам. Он цветет. Вон даже я его еще там не пересаживала. Ну как, я пересаживала, просто я в свой мох его замотала. И вот видите, они очень красиво смотрятся на пару. Но здесь вот единственное, что у Shiny Girl, у Girl моего, вот она как-то на листике. Девочки, это толстянка внутри, никак не вымоется. Ну, я не стараюсь вымывать, не знаю, что я ее прокапала. Она как-то у меня после пересадки, как-то она, ну, неохотно росла, начала вот этот лист, как-то так он поблек, видите. И я немножко толстянки закапала на всякий случай. В общем, короче, девчонки, вот азиатка, и вот это азиатка, азиат. В общем, друзья мои, такой это имеет вид симпатичный. Две азиатки рядом. Так, девчонки, ну вот,
Теперь у меня есть сога Лоренс. Теперь у меня есть Тайсука Анна. Девочки, это первая бабочка в истории моей вообще коллекции. Чтобы вы понимали, я вживую не видела ни разу бабочек. Понимаете? В продаже мне не попадались, ни у кого я их вживую не видела. Только по телевизору, по нашему ютубчику. Ну, а это опять. Девочки, ну это опять непонятно кто. А ну посмотрите, у кого есть снег. Снейк. Змеиная кожа, у кого есть такой листик, девочки. Ну, приглядитесь. Ну, что они там такое наклеили? Оля, что это вы наклеили? Я не могу понять. Ну, какой попугай? Вы что? Ну, какой попугай? Вы меня не пугайте. Я хочу змеиную кожу. Я когда-нибудь ее приобрету, я не знаю. Не дано. Все, девчонки, была рада с вами пообщаться. В общем, пишите комментарии. С удовольствием отвечаю, общаюсь с вами в комментариях. Всех обнимаю, всем мирного неба. Пока-пока. Ребята, мы помылись с дороги. Посмотрите, какие мы теперь симпатичные. Немножко сразу начал возвращаться Тургор. Посмотрите, какая она была и какая она стала. Моя баттерфляй, бабочка. Так, девочки, видите, как они заиграли новыми красками? Ну, в смысле, листики ожили. Гербария больше нет. Я буквально вот чуть-чуть налила водички. Сейчас я вам покажу, сколько. Я вот таких два шприца в каждую влила кипяченой теплой водички. Ну и листики помыла с мылом зеленым. О, уже стоят. Вот с этим зеленым мылом я вам показывала. Я, в общем, привела их в порядок. Протерла, полила. Сразу такие живенькие стали. Красота. Девочки, никак не закончу видео. Только что списалась с Олей. Короче, это действительно попугай. А на завтра мне вышлет змеиную кожу. Девочки попутали. И я ей пишу: слушайте, это уже второй раз так. Но первый раз мне вместо змеиной кожи прислали фламинго. Теперь попугая. Капец, девочки. Не, ну я всегда на позитиве. Ну что тут злиться? Попугаев много не бывает.